когда такие тяжелые времена были? Количество таких вызовов не было никогда. Оно не сколько много, сколько расстояний. Мы же ездили по всей области. Вот машина уехала где-то в час дня, допустим, да, и может вернуться часов 9. И такая ситуация у всех бригад скорой помощи. С начала пандемии медицинские работники большую часть времени проводят именно в дороге, в те медучреждения, где есть места в инфекционных отделениях. А в это время их помощи ждут другие пациенты. По всей Московской области ездим. В Талдом ездили, самые дальние. В Москву ездим, в Люберцы, Домодедово, Видны, везде. Мест в трех инфекционных отделениях в Орехово-Зуеве не хватает. Те, кто сталкивался с этим, знают, что предлагают госпитализацию в разных городах. Именно поэтому решено было выделить под красную зону весь терапевтический корпус Давыдовской больницы. Более тяжелые пациенты на втором этаже, да, и по мере выздоровления они будут подниматься выше. Нет, подождите, на третьем этаже кислород тоже везде? Да, обязательно, да. Тоже кислород. То есть те, которые будут нуждаться в кислородной поддержке, они будут лежать на третьем этаже. На четвертом будет уже более легкие пациенты. Без кислорода. Ну, там у нас есть несколько долечивание. Всего в Давыдове откроется ковидное отделение на 80 коек. Сейчас здесь делают шлюзы для распределения потоков и отделение красной зоны от чистой. Большинство палат уже сейчас обеспечены кислородом. Поставят сюда и аппараты ИВЛ. Еще в первую волну пандемии терапевтический корпус работал в режиме обсервации из-за вспышки болезни, поэтому медицинские работники готовы принять удар. Наше отделение, скажем так, предполагалось, что оно, возможно, будет на передовой, поэтому такого вопроса, что кто-то хочет уйти, не стоит конкретно. Сотрудники, которые возрастные, которые с хроническими заболеваниями, которые в группе риска, вот с ними вопрос решается совершенно однозначно, а все остальные у нас достаточно молодой коллектив, поэтому, собственно говоря, у нас вопроса не стоит. Нехватку специалистов будут решать путем привлечения медицинских работников из других больниц округа, а также других городов Подмосковья. Теперь о главном. Где будут получать помощь пациенты с заболеваниями, не связанными с COVID-19? Значит, мы видим по загрузке по нашему округу, и мы всех пациентов сможем разместить при необходимости в центральной городской больнице Орехово-Зуево, так называемая пятая, да, бывшая всем как известная больница, где обеспечим всеми необходимыми услугами. Сейчас всех пациентов терапевтического отделения готовят к выписке или переводу в город Орехово-Зуево. Планируется, что ковидное отделение заработает в Давыдове уже в эту пятницу.